Альтком представляет. Знай, то, что в главном создал я, то вечно, как луна, навеки вольная моя туркменская страна. Покой забудем, если враг к нам стукнет в ворота. Туркменов крепость эта, знай, из стали крепость та. Сам Сулейман, Рустам, Джамшид грозили ей мечом. 100 000 шах слал каждый день бойцов, все нипочем. Она пример горам, когда поднимет воин щит, и каждый взмах ее меча ей удальцов родит. Теке, Йомут, Языр, Гаклен с Алхалом станут в ряд, пойдут в поход, в садах цветы восторженно горят. Не страшен враг нам, пусть стоит у самых наших стен. Нас в плен не взять, туркмена сын не знает слова плен. Когда бы гости ни пришли, всегда готов им той. Туркмена речь всегда пряма, нет лжи в ней никакой. Так говорит Махут Мкули, нет на душе пятна. Бог на него направил взор, цветет его страна. Прекрасная и загадочная, многоликая и богатая, одухотворенная и сильная – Туркмения. В этом слове звуки дутара и многоголосая симфония богатого тоя. В нем шелест зреющей пшеничной нивы и гул улиц больших городов. Здесь проживают добрые, жизнерадостные и отзывчивые люди. Солнечный край, простирающийся от Каспийского моря по пустыне Каракумы до предгорья Капетдага. Наследие одной из древнейших цивилизаций мира находит отражение в развитии и преображающемся облике туркменских городов. Эту землю по праву можно назвать царством света. Золотое солнце, синее небо и белые облака. В этой палитре все, чем живет, о чем мечтает и чем гордится ее народ. Сегодняшняя Туркмения развивается настолько стремительно, что кажется, будто искусный мастер быстро, ловко и уверенно строит мост из прошлого через настоящее в будущее. Наступление эпохи Возрождения особенно ярко чувствуется в архитектурном ансамбле беломраморной столицы. В нем отражается величие души туркменского народа, уверенная поступь независимого, нейтрального Туркменистана. Сегодня в Туркмении наступила новая строительная эра, и главная ее особенность заключается в том, чтобы реализовывать новые принципы создания наилучших условий для труда, профессионального и творческого роста людей, что определяет будущее этой страны. Туркменабад – крупный торговый и транспортный центр. Так сейчас выглядит его аэропорт. Этот древний город ранее назывался Чарджоу. Экономическое притяжение этого места не просто факт, скорее историческая судьба. Великий шелковый путь проходил через Туркменабад. Сначала караваны попадали в Мерв, а от Мерва купцы со своими обозами направлялись в Чарджоу и далее в Бухару, а оттуда в Самарканд. Века напролет по этим пескам тек гигантский товарный поток из Азии в Европу. В новом веке небесный шелковый путь пройдет через аэропорт Туркменабад. Искусственная взлетно-посадочная полоса аэропорта имеет протяженность 3800 метров и рабочую ширину 60 метров. Укрепленные обочины оснащены наземными средствами обеспечения полетов. Магистральная рулежная дорожка, две рулежные дорожки скоростного схода и центральная рулежная дорожка предусмотрены для эксплуатации воздушных судов с кодовой буквой «Е». Перрон вмещает 10 авиалайнеров типа Boeing 777 и 10 вертолетов. Служба обеспечения полетов расположена в отдельно стоящем двухэтажном здании. Высота башни управления воздушным движением составляет 50 метров. Пассажирский терминал пропускной способности 500 пассажиров в час, тремя гейтами и рукавами для прохода обеспечит быстрое и организованное передвижение пассажиров к самолетам и обратно. Отдельное здание VIP-терминала выполнено в изысканном архитектурном стиле. Это делает его главным украшением аэровокзального комплекса Туркменабад. Зоны для пассажиров бизнес-класса имеют вспомогательные помещения для таможенного, пограничного, миграционного и санитарно-карантинного контроля.
внутренние помещения обоих терминалов предполагают в своей структуре сервисы медицинского обслуживания, парикмахерские, интернет-кафе, терминалы международной телефонной связи, рестораны, бутики, магазины и развлекательные центры для пассажиров. Для транзитных экипажей предусмотрена гостиница на 25 мест. На ее территории имеется вся необходимая инфраструктура для полноценного и комфортного отдыха летного состава. Кроме этого, аэровокзальный комплекс включает в себя ряд административных зданий, аэродромно-диспетчерский пункт, производственно-диспетчерскую службу, современный авиационно-метеорологический центр и другие сервисы аэропорта. Все здания и сооружения аэропорта Туркменабад составляют единую, гармоничную архитектурно-ландшафтную систему, предполагающую новые подъездные и выездные автомобильные дороги, тротуары, автостоянки, парковый и ландшафтный дизайн. Продуманная, суперсовременная инфраструктура позволит обеспечить безупречный сервис и комфортабельное пребывание пассажиров в течение продолжительного времени. Ожидание рейса для гостей аэропорта Туркменабад станет приятным времяпрепровождением. Компания «Альтком» является безусловным лидером украинского строительного рынка. За плечами «Альткома» многолетний опыт и сотни объектов, сданных в эксплуатацию. Среди них международные аэропорты «Донецк» и «Львов». По оценкам специалистов, взлетно-посадочная полоса аэропорта «Донецк» является самой современной в Украине и одной из лучших в Европе. Ее длина – 4 километра, ширина – 75 метров, толщина – 1 метр. В совокупности строители «Альткома» выполнили 1 миллион 160 тысяч квадратных метров покрытий. Эта полоса способна принимать все виды воздушных судов, в том числе и самый большой в мире грузовой самолет «Мрия». Наша компания гордится предоставленной возможностью внести свой скромный вклад в развитие прекрасной Туркмении, страны, населенной красивым, добрым и трудолюбивым народом.